Стендап пришел в Казахстан каждый четверг в 20:00 в ресторане GBS, расположенном в кинотеатре Киноплекс Сарыарка. Молодые юмористы оригинально и самобытно шутят о жизни. Стендап – юмористический жанр, в котором комики в монологах шутят о самом жизненном и повседневном. Жанр зародился в Великобритании в 19 веке, а с 70-х годов прошлого столетия по сей день пользуется огромной популярностью по всему миру. Первое и единственное стендап-шоу появилось и в Казахстане. Молодые казахстанские юмористы искрометно шутят над политикой, шоу-бизнесом и самими собой. Идея открыть жанр отечественному зрителю пришла комикам еще около 2 лет назад. И теперь стендап-шоу проходит с овациями каждый четверг в 20:00 в ресторане GBS, расположенном в кинотеатре Киноплекс Сарыарка. Когда мы только появились, было достаточно мало зрителей, то есть народ не понимал, что происходит. И до сих пор иногда приходят люди, которые не понимают, на что они пришли. То есть они пришли, в принципе, повеселиться, но когда на сцене начинается основное действие, они некоторое время просто вникают. Но потом всем становится весело. Потому что независимо от жанра, если весело, это хорошо.